привет, привет, с вами Дмитрий. Я нахожусь в городе Дубна, в прекрасном месте. Это озеро у нас на правом берегу, маяк. Вот, пожалуйста, вы видите, много народа. Сегодня 11 августа, говорят, последние деньки жаркие. Ловлю последние деньки. На улице очень хорошо, тепло, ярко, красочно, солнечно. Ну, просто шикарно. Прекрасный город Дубна. Мне очень нравится, я в нем родился, в нем вырос, работаю. Мне кажется, прекраснее, уютнее и чище города нет. Природа очень красивая, плавают уточки настоящие, солнышко, музыка, фонтанчики. Все очень живо и красиво. Достраивается мост, обещают построить мост уже к концу 2018 года, то есть сдать. Но открыть где-то в январе месяце 2019 года. Так что будем кататься с левого берега на правый берег. Вот по этому мосту. Надеюсь, скоростных ограничений не будет, так что можно будет погонять поначалу. Уточек очень много здесь. Уточек кормят люди хлебушком, пиццей. Раньше было 3-4 штучки, сейчас их много.